Здравствуйте. Вот мы и добрались до финального уровня главы на лавовой планете или костяной, в общем, вот на ней. И сейчас будем сражаться с боссом, Калеровски. Собственно, он вот такой. И с первого взгляда это обычный бой. Просто стреляй, уворачивайся от выстрелов, от него самого. И все. Его как красиво, взрывается и так далее. Но вдруг он летит к этому кристаллу и лечится. А кристалл не уничтожит оружием. Но мы видим здесь вот такую вот линию света, идущего к этим рукам. Если по ним стрелять, то линия идет дальше. Разумеется, этот чувак нам будет мешать. В том числе и закрывать вот эти вот руки, что прерывает луч. Так что поглядываем за ним, пока делаем все эти дела. Можно ему сострелить немного здоровья, и он пойдет лечиться. Нет, не смей. И он пойдет лечиться, и в это время можно раскрывать вот эти вот столбы. Но так быстрее. Более рискованно, но быстрее. Так, должен быть еще один. Не смей. Вот. Да, вот правильно, иди лечись. Уж сейчас твой кристалл будет уничтожен. Отлично. Ой. Ну и дальше мы его убиваем. Как и предполагали в начале. И довольно мерзопакостные вот эти вот снаряды. Он предугадывает движение, и они летят быстро, поэтому надо достаточно быстро менять направление движения. Ой. Это опасная, опасная атака на самом деле. Мне кажется, пулеметом будет более быстрее. А то он изворотливый. Ну да, с ракетами мы долго бы возились. А, отлично. И он закружился. И он крутится. И крутится. И крутится. И крутится. И внезапно он становится куском пиццы. Да? Но, на самом деле это деталь медальона. Очередная. И вот так вот кончается 4-я глава. Да, интересный достаточно босс файт, то есть необычный. Ну, конечно, он довольно простой на поверхности по механике, но сам по себе это, ну, не какое-то там стреляй, пока оно не умрет или так далее. Да, простейшая механика, достаточно просто догадаться, что нужно сделать, и ты это исполняешь, и вперед. Также в прошлой попытке у меня случился один глюк интересный. Я его включу, наверное, в конец видео, так что далеко не уходите. В целом, по эпизоду он приятный эстетически, бои интересные, скелеты всеми любимые в промышленных масштабах. Да, мне нравится эта глава. Вообще, я это, по-моему, не говорил с прошлого эпизода, вот. Как раз таки вот примерно вот с китайского эпизода, где-то со второй половины. И вот далее, вот эта вот глава и следующая, это вот где Serious M2 действительно расцветает и становится только лучше с этого момента.
Да? Так что дальше будет лучше. И я надеюсь, вы так же рады, как и я. Вот, ну, на этом спасибо большое за просмотр и всего доброго. Так, это должна быть последняя рука. И кристалл уничтожен. Теперь мы можем убивать вот этого гада. А, что он делает? А что ты там делаешь? Ты обиделся? Ну, я не хотел ломать твой кристалл, меня заставили. Кажется, он обиделся. Да, смотрите, он никак на меня не реагирует. Что такое? Ты так и позволишь мне себя убить? О, да, я первый раз такое вижу. Да? Он прям умирает. Не, ну это неинтересно, я перезапишу это.